Звуки праздника слышались из каждого подворья. Здесь гостей встречали конкурсами, песнями, танцами и угощениями. Покупаем рис, мясо, специи, морковка, лук и влаживаем душу. И получается хороший плов. Да, и добавляем капельку любви сюда. Замечательное настроение. Мы приехали из речек. Очень всем довольны. Очень нам нравится. Спасибо большое. Караваи в каждом подворье попробовали? Ну, конечно, все было очень вкусно, замечательно. Как в ресторане. Но все же главные герои праздника в Семукачах – хлеборобы Могилевского района. Они одними из первых в области завершили жатву. Среди победителей нынешней уборочной – старший комбайнер агрокомбината «Заря» Алексей Макосов. Его копилку пополнила очередная награда за нелегкий труд. Конечно, радостно, когда тебя видят, ценят и, самое главное, чувствуют. И ты стараешься отдать все, что у тебя есть, весь профессионализм, все, что ты можешь. Тысячный мномолот в районе превзошли 25 уборочных экипажей. Свыше 1000 тонн зерна перевезли более 20 водителей. Также на фестивале были отмечены и трудовые коллективы фермерских хозяйств. В конкурсе ежегодно участвую. В прошлом году 3-е место, в этом году 2-е. Очень приятно. Госзаказ выполнен. Всего в районе намолотили почти 122 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность 36 центнеров с гектара. Праздничный перерыв сделали, а дальше снова на работу. Ведь этот урожай убрали и нужно готовиться к следующему.